На реке Лени наблюдается средний ледоход. По состоянию на 9 часов утра нижняя кромка ледохода находилась у поселка Крестовский Ленского района. Уровень воды составил 463 сантиметра, что почти в 3 раза меньше критической отметки. На реке Алдан произошло вскрытие реки на территории Алданского района. На реке Амга нижняя кромка ледохода наблюдается в районе поселка Чимнай Татинского района. Уровень воды составляет 972 сантиметра. В целом уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории подтопленных населенных пунктов нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Вместе с тем, паводковая ситуация на территории Хангаласского района расценивается как стабильная. Наблюдается незначительное повышение уровня воды. Нынешний паводок отличается маловодьем, что сулит медленное прохождение льда. Есть вероятность образования заторных явлений в районе Табагинского мыса, где проходит газопровод. К слову, в прошлом году заторы в данном месте происходили до 5 раз в сутки. На 8 утра ледоход у нас находится ниже поселка Крестовское, село Крестовское. Ледоход там 3 балла и навалы льда. Ну и то, что касается Алёкмы, значит, по Алёкме тоже незначительный подъем уровня воды наблюдается. Везде разводи, навалы льда, закраины и подвижки. Пока по нашей территории подвижек нет. Мы буквально ждем на днях